Где жить? Однажды Эфу захотелось тепла. Эф! О! Ты еще долго мерзнуть будешь? Мы хотели в снежки поиграть. Так-так, сейчас будем тебя утеплять. О! Так. Так. О! Ух! Ну хорошо, есть еще одно тепленькое средство. Куда угодно дверь. Ю-ху! Отличный песочек, теплый. Ты согрелся, Эф? Наверное, им очень жарко в такой меховой одежке. У верблюда такая густая шерсть, что ему не страшны ни жара, ни холод. Очень удобно, особенно здесь, в пустыне. Да, Катя, в пустыне жарко и очень сухой воздух. Растения здесь тянут корни глубоко под землю, чтобы доставать до воды. А животные, спасаясь от солнца, быстро бегают и роют норы, чтобы укрыться от жары. Пустыня. О, круглая! Только воды маловато. Интересно, а бывают пустыни, где воды побольше? Эф, поищем. Привет! Отличные зубы! Вам не холодно тут? А где ваша шерсть? Ой. У моржей под кожей толстый слой жира. Им тепло даже в арктической пустыне. Здесь вечная зима, солнца и тепла мало, и вся земля покрыта льдом и снегом. А вот у северных оленей отличный мех для защиты от холода. Арктическая пустыня. Круглая! Ю-ху! Давай, давай! Ура! Спасибо! Нам с Эфом очень понравилось. Но мы искали местечко потеплее. Ух ты! Здесь столько жителей! Попугаи, лягушки, бабочки! И даже ленивцы! Да, в тропических джунглях очень много обитателей. Все потому, что здесь солнечно, тепло и много воды. Деревья в джунглях тянутся выше к солнцу, а лианы оплетают стволы и ветки, образуя лесные этажи со своими жителями. Тропические джунгли. Круглые. О, круглые. Круглые. О, круглые. Ух, здесь хорошо. И в Арктике тоже. И в пустыне было очень красиво. Где же все-таки лучше жить? Жить можно везде. На полюсах нашей планеты солнца мало. Без теплого меха там легко замерзнуть. А вот самое теплое место на Земле – это экватор. На экваторе расположены засушливые пустыни, обитатели которых умеют подолгу обходиться без воды, и влажные тропические джунгли, где растения соревнуются за доступ к солнцу. Экватор. А теперь пора домой. Круглое. Эф, есть идея. Сейчас повысим твою тепло-морозо-влагоустойчивость. А ну-ка. Круглое.